Пашинян смотрит на Париж, рискуя загнать регион в новую эскалацию. По сути, он обнулил Ереванский саммит. Как передает Ахар Ас, об этом говорится в статье, опубликованной в российских СМИ. Хотя в итоговом документе был ряд пунктов, где говорилось об оказании Еревану военной поддержки, усилении границ Армении, а также содержались пункты по гражданской миссии ОДКБ в приграничной зоне. Не было лишь политического осуждения Азербайджана, что Ереван должен был понять, учитывая тесные связи стран-членов ОДКБ с Баку. Настаивая на заранее непроходных формулировках, Пашинян намеревался продемонстрировать своей внутренней аудитории бессилие и беспомощность ОДКБ, чем нанес, в первую очередь, серьезный имиджевый урон России. С другой стороны, Никол Ваваевич создает своим западным партнерам и прежде всего Франции положение преимущественного модератора в урегулировании отношений с Азербайджаном. Исходя из сегодняшнего заявления Ильхама Алиева, оказывается, что Пашинян и вовсе отказывается от встречи без президента Франции, говорится в статье. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.